25 марта на телеканалах «Югра» и ОТР выйдет очередной выпуск программы «Югра онлайн». В год науки и технологий мы покажем перспективные проекты нефтяников, медиков и экологов. Например, ученые расскажут, как в ближайшие годы изменится климат в регионе. Медики поделятся секретами долголетия, тонкостями подготовки к пересадке сердца и расскажут про профессии будущего. В конце программы подведем итоги 4-го международного молодежного форума «Нефтяная столица». Узнаем, каких открытий ждут югорчане от ученых. Для телезрителей организуют розыгрыш беспроводных наушников. Выпуск программы выйдет 25 марта в прямом эфире в 17:00 на телеканалах «Югра» и ОТР.